Трагедия на дороге. Два человека погибли в ДТП, которое произошло на 4-м километре автоподъезда к Североморску. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с рейсовым автобусом номер 105, который двигался во встречном направлении и перевозил пассажиров по маршруту Мурманск-Североморск. После первого удара автобус, в котором находились более 20 человек, по инерции столкнулся с автомобилем «Киа». Одна из пассажиров, женщина 1958 года рождения, была госпитализирована. Водитель и пассажир автомобиля «Лада» от полученных травм скончались. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и оперативно-следственная группа.